Вот так мы спасаемся от мошек. Делаем вот такие вот дымовухи. Мошек, ну, очень-очень много, никакие репелленты, ничего не помогает. Облепляют полностью все. Руки, ноги, глаза лезут в уши. Сегодня вот в огороде работаем. Беруши поделали. Ну, потому что залезают в уши. В уши, в нос. Ну, количество, конечно, их огромное. Вот уже от дыма поразлетались. Какая-то катастрофа сегодня. Ну, дымовуха, конечно, очень хорошее спасение. Там внизу солома сухая, сверху зеленая трава. И вот оно так дымит, коптит. Целый день горит. Ну, хоть с такой дымовухой как-то можно что-то делать, потому что иначе, ну, никак, вообще никак.